Добрый день, уважаемые телезрители! Вы смотрите очередной информационный выпуск «Новости района». В студии работает Навсет Бричева. Глава района Заур Хамирзов принял участие в августовском совещании педагогических работников. В нынешнем году педсовет проходит под знаком года педагога и наставника, а главный его посыл – качественное образование. Августовская конференция приближает один из самых значимых дней в году, праздник с которого начинается «Дорога в мир знаний». Подвести итоги прошлого учебного года, наметить векторы развития в новом, задачи, которые ставили организаторы конференции в лице управления образования Кашхабльского района. В работе августовского совещания приняли участие глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, начальник отдела развития общего образования, реализации региональных и этнокультурных особенностей Министерства образования Республики Адыгея Зоя Конова, ведущий консультант отдела Наталья Елистархова, специалисты управления образования и районного методического кабинета, члены муниципальных клубов, наставник, учитель года, воспитатель года и школа молодого учителя, а также руководители и педагоги образовательных учреждений, представители общественности, родительских комитетов. Открыл районную августовскую конференцию педагогических работников глава администрации Кашхабльского района Заур Хамирзов. Он поздравил педагогическое сообщество с началом нового учебного года и пожелал успехов и творческих побед в предстоящем учебном году. Знаменательное событие в жизни каждого педагога – это начало нового учебного года, 1 сентября. Для многих наших детей этот день будет очень знаменательным, впервые пересекут порог школы. Чем школа, современная школа, отличается от остальной социальной сферы тем, что я считаю, что она очень мобильна, потому что в сфере образования, и я скажу даже не ежегодно, ежемесячно происходят различные преобразования, которые вносят значительные изменения в систему образования, подхода к оценке образования наших учреждений. Я считаю, что в наше сложное время, мы все должны вместе, особенно вы, здесь присутствующие педагоги, которые имеют огромный опыт работы именно с подрастающим поколением, с детьми. От нас, от вас зависит хорошая, нормальная, воспитательная деятельность. Но не стоит забывать, что школа, прежде всего, это образовательное учреждение, и мы обязаны давать достойное, хорошее, качественное образование, с тем, чтобы дети самостоятельно могли сдавать выпускные экзамены по ЕГЭ и ЕГЭ 9-11 классов. Главная проблема образовательных учреждений сейчас – это кадровая проблема. Со своей стороны, со стороны муниципального образования, да, есть программа «Молодая семья, молодой специалист». Сейчас мы заходим на 25-й год, программу по обеспечению работников социальной сферы жильем. Что это такое? Это минсельхозовская программа под строительство социального жилья под конкретного человека. Это касается не только действующих учителей, это касается и выпускников вузов, и медицинских вузов, и педагогических специальностей. Мы готовы работать с выпускниками 4-5 курсов прямо сейчас с условием, что они приедут сюда и будут работать. Я хотел бы поздравить всех вас вот с началом учебного года. Всем терпения, потому что работа педагогическая – это прежде всего терпение, выдержанность, естественно, крепкое-крепкое здоровье. Удачи всем вам, вашим близким, вашим семьям. А мы, я как представитель исполнительной власти, Александр Валентинович, как представитель законодательных органов власти, мы всегда рядом, всегда готовы прийти на помощь. Я уверен, что сегодняшняя августовская конференция пройдет очень плодотворно. Пожелаю всем вам очень удачного учебного года, побольше отличников. Пожелаем нашим ребятам, чтобы отлично подготовились к сдаче выпускных экзаменов, удачно сдали единый экзамен,
и общий государственный экзамен. Поэтому всем спасибо, всем удачи, всем крепкого здоровья. Спасибо всем. С началом нового учебного года педагогов района поздравил и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Я хочу вам пожелать большого-большого терпения, удачи жизненной, пожелать реализации всех ваших планов, чтобы все, что вы запланировали, несомненно сбылось. Пожелать вам то, чтобы вы для себя сами процесс своего личного образования никогда не прекращали. Ведь нет у человека предела мысли, нет у человека предела того, когда он будет до предела заполнен знаниями. Это процесс никогда не окончаемый. Все это приходит, и все это меняется, только добавляется. Поэтому терпения вам, прежде всего, большое. Удачи жизненной. Все, что зависит от нас, будем стараться помогать в каких-то вопросах. Никогда ни одну просьбу, ничью не обходили мимо, пожалуйста, вот. Поэтому обращайтесь, все, что можем, все, что в наших силах будем, потому что на вас вся надежда, вы те люди, которые вот берете детей и делаете из них то, что пойдет дальше. Даете им знания, учите их, на вас надежда. От души вот всем удачи в новом учебном году, всех благ, всего хорошего. В рамках педагогического совещания подведены итоги прошедшего учебного года и определены приоритетные направления деятельности на новый. С основным докладом выступила начальник управления образования Асиат Бирзегова. Она рассказала о состоянии образовательной сферы, как будет организован образовательный процесс на территории района, были отмечены успехи и достижения. Коллеги, без вашего профессионализма и самоотдачи сегодня невозможно будет говорить о качественном обучении подрастающего поколения, о воспитании гражданственности и патриотизма у детей и молодежи. Десятки ваших выпускников сегодня храбро сражаются за будущее России в зоне спецоперации, проявляя героизм и мужество, защищая свой дом, свою малую родину и отечество. На территории нашего муниципального образования осуществляется всевозможная поддержка их семей и детей, и по линии образования оказываются меры поддержки. Например, 48 обучающихся общеобразовательных школ и 25 детей в дошкольных образовательных учреждениях, участников СВО, получают бесплатное горячее питание за счет средств муниципального бюджета. Этим детям также предоставляется право бесплатно посещать цирковые представления, детские спектакли, мультфильмы, детские кинофильмы. Роль педагога огромна, поэтому одна из главных задач в развитии систем образования – создание условий, которые помогут нашим учителям, воспитателям и наставникам сохранить мотивацию и энтузиазм, повышать эффективность и улучшить результаты обучения одним из важнейших критериев, которого является устранение нехватки школьных учителей. Нам очень нужны учителя математики, физики, химии, биологии, русского языка и информатики. Для решения этого вопроса сотрудничаем с педагогическими колледжами и вузами Адыгеи и Краснодарского края. Решаем проблему и за счет механизма ранней профессиональной ориентации школьников. В этом году закончил первый курс наш один выпускник средней общеобразовательной школы номер 4 Хачимизов Мурат, студент факультет математики и физики, с которым договоренность, что он обязательно закончит вуз и вернется в родную школу преподавать математику и физику. Ему администрация района оказывается ежегодной поддержкой и сопровождение. С прошлого года появились также профильные классы педагогической направленности. В средней общеобразовательной школе номер 1 психолого-педагогический класс, уклон на подготовку психолога, ведет занятия психолог высшей категории Хиштова Анисет Шамбиевна. В средней общеобразовательной школе номер 8 Селана Тырбова естественно-научный класс с углубленным изучением химии и биологии. Учителя высшей категории Гончарова Ольга Владимировна, учитель химии, и Почепова Наталья Федоровна, учитель биологии. В наступающем учебном году в Адыгее вводится еще одна мера по привлечению молодых учителей в сельские школы. Это педагогический десант «Учитель для Адыгеи». Мы очень надеемся,
что этот десант даст нам одного учителя русского языка. Его уже сегодня ждут в средней общеобразовательной школе номер 8 села Натырбово и рабочее место, и кабинет, и ставка учителя русского языка. Это совместная инициатива Адыгейского государственного университета Всероссийского образовательного проекта «Школково», поддержанная Республиканским министерством образования и науки. В десанте принимают участие студенты старших курсов Адыгейского государственного университета. Надеемся, что в случае успеха количество участников проекта в разы увеличится и возможность привлечения нужных специалистов получат все школы района, как и другие в республике. Мы от души желаем успешной реализации этого замечательного проекта. Тем более, что у нас в районе, как сказал Заур Аскарбеевич, тоже действует своя программа поддержки молодых специалистов, основным критерием которой является выплата единовременного пособия в 300 тысяч рублей и другие, естественно, меры поддержки. Участникам проекта гарантирована будет помощь и материальная поддержка со стороны учителей школы, лучших наставников района и управления образованием. Подобные инициативы, как и вся работа, которая ведется для поддержки педагогов, помогают повышать статус и престиж профессии учителя. Хочу напомнить, что в Республике Адыгея третий год реализуется также программа «Земский учитель», предусматривающая предоставление единовременной компенсационной выплаты в размере 1 миллиона рублей учителю, переехавшему на работу в сельскую местность. Реализация программы продолжается и в 2024 году. Управление образования тоже подавало 5 заявок на участие в данном проекте с 2023 года. Пока ни одной кандидатуры нет, но надеемся, что мы тоже окажемся в числе тех школ, кто закроет хотя бы одну вакансию в рамках этой программы. С 1 сентября 2022 года в Республике Адыгея стартовал цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», которые призваны сформировать у обучающихся всех возрастов гордость за Россию и в увлекательной форме дискуссии, конкурсов, деловой игры, мозгового штурма познакомить с историей, традициями и культурным наследием страны, а также побудить детей самостоятельно искать исторические факты. Проведение классных часов было организовано по понедельникам первым урокам в еженедельном режиме. Были созданы все условия в школах района для реализации указанного проекта. Отведен один час внеурочной деятельности, включен в основную образовательную программу и учебный план. Часы разговора о важном входят в расчет нагрузки и оплату труда педагогических работников в расписании всех учебных классов. Коллеги, считаю, что очень важно привлекать представителей органов исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления в реализацию проекта в качестве спикеров, чей опыт, авторитет и знания станут важным фактором для формирования подрастающего поколения правильных ценностных ориентиров. Уверена, что никто не откажется хоть один раз поддержать эти разговоры о важном. Коллеги, ни для кого не секрет, что современные ребята большую часть информации получают из интернета, где они зачастую не самого лучшего качества, а чаще всего являются и ложью. Если взрослый человек обладает критическим мышлением, чтобы ее проверить, сопоставить факты, то ребята оказываются один на один с дезинформацией, даже не подозревая об этом. Поэтому, коллеги, мы с вами должны обеспечить разговоры о важном единым качественным методическим инструментарием и единым достоверным содержанием. Хорошо, что данный проект реализуется исключительно классными руководителями, а не учителями-предметниками. Главное – не допускать подмены содержания тематических занятий, разговоров о важном, обычным классным часом, несущим организационную функцию. В 2023-2024 году педагоги продолжат неурочные занятия также в форме открытого диалога с обучающимися
первыми уроками по понедельникам. Следует отметить, что в новом учебном году будет продолжена комплексная работа по использованию в образовательном и воспитательном процессах государственных символов Российской Федерации и Республики Адыгея. Для этого все образовательные организации республики, в том числе и наши, в 2022 году были обеспечены Минобром Республики Адыгея комплектами государственной символики. Еженедельное поднятие государственных флагов и исполнение гимнов стало доброй традицией во всех образовательных организациях непосредственно перед началом проведения занятий разговоров о важном в начале недели. Коллеги, знаменательно, что в год педагога и наставника происходит активное обновление системы образования. Это федеральный перечень учебников. В ближайшие 5 лет планируется полный переход на новые учебники. В этом году во все школы района поступили новые учебники истории России для 11 классов, содержащие темы о специальной военной операции, больше делающие уклон на патриотизм. Федеральные образовательные программы, содержащие федеральный учебный план, федеральный календарный учебный график, федеральные рабочие программы. Уважаемые коллеги, новая философия воспитания требует и новую инфраструктуру для неформальной работы с детьми и подростками. Мы стремимся создать максимально комфортные условия для наших ребят. Для этого в школах созданы центры детских инициатив. Это пространство для работы школьного парламента, актива движения первых юн-армий, юных инспекторов дорожного движения, большой перемены волонтерских отрядов и других детских и юношеских общественных объединений. Эти центры детских инициатив созданы не только в 8 школах, где они появятся с 1 сентября, но и во всех 13 школах района с января месяца на сумму более 3 миллионов рублей за счет средств муниципального бюджета. Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Министерством просвещения Российской Федерации как часть федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и нацпроекта образования». В целях формирования у обучающихся образовательных организаций национально-культурной идентичности, а также их информирования о возможностях, предоставляемых Российской Федерацией с 1 сентября 2023 года по проекту «Школьное пространство» оформлен пол в муниципальном образовательном учреждении 11 аулов ОЦ по экспозиции «Навигаторы детства». Кроме того, по выбору образовательной организации допускается вариативная экспозиция региональных компонентов. С 1 января 2024 года советники появятся еще в 3 школах района. Неотъемлемой частью проекта «Навигаторы детства 3.0» является программа развития социальной активности учащихся начальной школы «Орлята России». В течение наступающего учебного года «Орлята» пройдут обучение по 7 образовательным трекам, творческим заданиям для коллективного выполнения. Каждый трек закончится значимым всероссийским мероприятием для всех школьников, участников программы. Хочу отметить, что у нас в районе программа «Орлята России» мало пользовалась популярностью среди младших школьников. И это могла быть только недоработка ответственных педагогов, так как именно на этом уровне образования, вы сами прекрасно знаете, что дети исполняют в обязательном порядке все то, о чем им говорят взрослые. В настоящее время к движению присоединяются все обучающиеся 1-4 классов школы района в количестве 1351 детей. Всем классным руководителям начальных классов, директорам школ, муниципальному советнику держать исполнение данного контроля на строгом данного вопроса на строгом контроле. 23-й год стал знаковым в реформировании воспитательной системы образовательных организаций страны в целом. При поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по инициативе детей и молодежи создано российское общественно-государственное движение детей
и молодежи движений первых, целью которого является обеспечение поддержки молодежи, создание оптимальных условий для ее развития и привлечение молодых людей к участию в социально значимых проектах. Сфера деятельности движений первых включает в себя 12 направлений, одним из основных которых является образование, культура, спорт, гражданская позиция и патриотизм, вовлекающие молодежь в активное участие в жизни общества через социальные и патриотические проекты. Коллеги, важно отметить, что движение первых активно сотрудничает с региональными муниципальными органами власти, образовательными организациями, бизнес-структурами в целях обеспечения эффективного решения задач и проблем, связанных с молодежной политикой и поддержкой молодых людей. Эффективное взаимодействие будет налажено благодаря внедрению цифровой платформы управления сообществом Bitrix24, где каждое первичное отделение в режиме реального времени будет получать задачи, отмечать их исполнение и участие в мероприятиях. В декабре 2022 года указом и под руководством главы Республики Адыгея Мурата Карагибеевича Кумпилова создан Координационный совет по взаимодействию с движением первых. В муниципалитетах по аналогии с региональным координационным советом созданы местные. В июле-августе 2023 года открыто и функционирует муниципальное отделение Российского движения детей и молодежи движения первых, назначен председатель и в настоящее время сформирован аппарат, успешно прошедший конкурсный отбор в виде тестирования и собеседования с кадровым департаментом федерального и регионального офиса. Пользуясь случаем, хотелось бы выразить признательность администрации муниципального образования Кашкарский район за решение организационных вопросов, выделение помещений и приобретение оргтехники и мебели. В образовательных организациях района откроется первичное отделение первых. В ближайшее время планируется организация и проведение еще серии значимых мероприятий: онлайн-марафон «Команда первых», прогулки с министрами, окружной семинар совещаний, фестиваль первых, премия «Лучшее первичное отделение», слет черкесской молодежи, форум лидеров «Тебе решать» и многое другое. Развитие дошкольника, школьника, их становление – главная ценность для всех, и наша задача стоит в том, чтобы дать личности возможность раскрыть себя как можно полнее. Патриотическое воспитание при этом мы рассматриваем как фундаментальную основу воспитательной работы. Одной из эффективных и наглядных форм патриотической работы является деятельность школьных музеев, которые остаются важной частью исторического просвещения подрастающего поколения, служат ключом к пониманию исторической правды. Особенно велика роль школьных музеев и в сельских населенных пунктах. Так, историко-краеведческий музей в средней общеобразовательной школе номер 8 села Натырбово, ставший лауреатом третьей степени всероссийского конкурса в Южном федеральном округе в номинации «Лучший сельский школьный музей», является центром патриотического воспитания более чем для 400 обучающихся школ и всех жителей своего населенного пункта. Большой вклад в развитие системы военно-патриотического воспитания обучающихся вносит работа движения «Юн-Армия». На сегодняшний день в движении на территории Кашкарского района 13 первичных юнармейских отрядов, чья деятельность координируется муниципальным юнармейским штабом. Юнармейское движение объединяет 270 юных жителей района, зарегистрированных на АИС, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение Республики Адыгея. В текущем году ребята приняли активное участие в региональных, муниципальных и юнармейских мероприятиях. Это и участие в санитарных десантах по приведению в порядок мемориалов, и акции в поддержку вооруженных сил Российской Федерации, и участие в праздничных торжественных мероприятиях. При поддержке Министерства образования и науки Республики Адыгея юнармейцы приняли участие в ряде мероприятий федерального уровня. Так, с 4 апреля по 6 апреля 2023 года делегация юнармейцев Кашкарского района приняла участие во всероссийской военно-патриотической акции «Волна памяти» в городе Герои Волгоград.
Военно-патриотические клубы активно ведут свою деятельность на территории нашего района. Юнармейцы осуществляют волонтерское сопровождение всероссийских республиканских мероприятий, таких как Всероссийская акция «Вахта памяти», акции «Красная гвоздика», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Пост номер один». Коллеги, до сих пор мы с вами говорили о патриотизме в разрезе воспитательной работы. Но огромная важность этого вопроса и реальность, сложившаяся в настоящее время, убеждают нас в том, что патриотическое воспитание должно быть неотъемлемой частью учебной деятельности, в том числе в аспекте военно-патриотического воспитания. Одной из важнейших задач, которые стоят перед управлением образования, является обеспечение сохранения стопроцентной доступности и качества дошкольного образования. В отчетном году в муниципальном образовании Кашкарский район функционировало 13 дошкольных образовательных учреждений. Контингент воспитанников составлял 1332 ребенка. Средняя наполняемость групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях – 20 детей. В отчетном году размер родительской платы за присмотр и уход ребенка в детском саду составлял 1123 рубля в месяц. В 2022-2023 учебном году актуальный спрос на устройство детей в дошкольные учреждения удовлетворен в полной мере. На сегодня одной из главных задач остается создание новых мест для устройства детей в возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет в дошкольных образовательных учреждениях. Сегодня готовится проектная документация на строительство нового детского сада на 100 мест в ауле Кашкабы, где будут учтены новые требования. Отдельным вопросом стоит улучшение инфраструктуры объектов образования. Для нас очень важно обеспечить возможность получения качественного общего образования каждому ребенку, независимо от места проживания. Для своевременной и качественной подготовки образовательных учреждений к новому 2023-2024 учебному году разработана дорожная карта по материально-техническому оснащению образовательных учреждений. Общий объем финансового обеспечения дорожной карты составил более 40 миллионов рублей из муниципального бюджета. Основные мероприятия. В прошлом году был построен новый спортивный комплекс в основной общеобразовательной школе номер 12 хутора Казёно-Кужурский. В рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта образования созданы и открыты центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях школы номер 2 аула Кашкабль, номер 9 села Вольное и 10 хутор Игнатьевский. Сумма затраченных на строительство работы составила 3 миллиона 350 тысяч рублей, а на закупку мебели 855 тысяч рублей. На сегодня мы знаем, что эти центры «Точка роста» находятся уже в 12 образовательных учреждениях, и осталась одна школа, Кармалина Гидроицкая, тоже по дорожной карте в 2024 году. Идет вот открытие этих точек роста. Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году с учетом требований к антитеррористической защищенности объектов комплексной безопасности согласно действующему постановлению правительства Российской Федерации на сумму более 35 миллионов рублей. Во всех образовательных учреждениях проведен текущий и косметический ремонт. Частично закуплена мебель, оборудование с учетом современных требований к образовательному процессу. На эти мероприятия было затрачено более 570 тысяч рублей. Для первоклассников района от главы республики традиционно получены подарки, ранцы со школьными принадлежностями и светоотражающими жилетами в количестве 330. Уважаемые коллеги, подводя итоги, хотела бы выразить надежду, что наша сегодняшняя встреча даст деловой настрой для выстраивания перспектив развития отрасли и плодотворной деятельности в предстоящем новом учебном году. Мы продолжим работу по выполнению задач,
поставленных президентом России. Это прежде всего реализация указов президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по достижению стратегических целей и задач национального проекта образования, направленных на обновление содержания и повышение качества образования. Уважаемые коллеги, через несколько дней начинается новый учебный год. Надеюсь, что в этом учебном году нам удастся реализовать свои планы. Пусть обучение по новым программам будет интересным, освоение новых педагогических технологий творческим. Я уверена, что в нашем районе сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал, потому что именно вы, дорогие коллеги, являетесь носителями высокой образованности, интеллигентности и настоящей культуры. В преддверии 1 сентября хочется пожелать вам всем крепкого здоровья, вашим семьям, родным и близким, внутренней стойкости, профессиональной чуткости, оптимизма, удачи, а главное – получать удовольствие от результатов своей педагогической деятельности. От имени исполняющего обязанности министра образования и науки Республики Адыгея Евгения Лебедева всех присутствующих поприветствовала Наталья Елистархова. Дорогие коллеги, разрешите поприветствовать всех присутствующих в традиционном педагогическом совещании работников системы образования от имени исполняющего обязанности министра образования и науки Республики Адыгея Лебедева Евгения Константиновича и от себя лично. В этом году и на ближайшие несколько лет перед системой образования страны стоит очень важная, давно назревшая задача – это построение суверенной системы образования, которая должна стать прочной опорой для суверенитета страны. Без квалифицированных педагогов невозможно решить эту и другие задачи, стоящие сегодня перед Россией. Поэтому в год педагога и наставника ведется работа на всех уровнях, как по повышению внимания к профессии, так и по усилению интереса молодежи к педагогике, привлечению к обучению педагогические классы, педагогический колледж имени Хусейна Андрухаева и на педагогические специальности Адыгейского государственного университета. Поиск творческих, активных ребят, которые после получения педагогического образования придут работать в наши школы. Работа по построению суверенной системы образования будет осуществляться прежде всего за счет формирования единого образовательного пространства, позволяющего всем учащимся, независимо от места проживания, получить равный доступ к качественному образованию во всех направлениях деятельности системы образования всей страны и каждой образовательной организации. В учебной деятельности через внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ. Об этом мы уже не раз говорили на коллегии Министерства образования и науки Республики Адыгея и на совещаниях различного уровня. Также продолжим обсуждать и практическую реализацию данных вопросов. В воспитательной работе через внедрение новых инструментов, форм и направлений деятельности, введение должностей советников директора по воспитанию, создание в каждой образовательной организации первичных отделений российского движения детей и молодежи, реализация профориентационного минимума обучающихся, продолжение реализации проекта «Разговора о важном», усиление роли военно-патриотического воспитания на всех этапах получения образования. Этому была посвящена работа 6 тематических треков и пленарного заседания Республиканского августовского педагогического совещания работников образования, где большинство из вас приняли активное участие и, надеюсь, в том числе и практическое участие. В развитии инфраструктуры, включающей строительство новых школ и детских садов, пристроек дошкольных образовательных организаций к школе, модернизацию системы образования через капитальный ремонт и оснащение учебным оборудованием и мебелью существующих школ, открытие новых сущностей, кванториумов, точек роста, IT-кубов, поставку компьютерного оборудования и обеспечение школ высокоскоростным интернетом, ремонт и оборудование спортивных залов и площадок, создание и оснащение новых мест доп. Образования. Эта работа уже успешно ведется. Еще одним из важных элементов единого образовательного пространства является единая система оценки качества образования, которая представлена прежде всего единым государственным экзаменом,
основным государственным экзаменом и всероссийскими проверочными работами, которые проводятся по единым контрольным измерительным материалам и являются надежным и при заинтересованности управленцев в системе образования эффективным инструментом повышения качества образования. Результаты ГИА в настоящее время являются обязательным критерием для получения аттестата с отличием о среднем общем образовании и медали за особый успех в учении. Отрадно отметить, что все 12 претендентов, которые были в Кашхабльском районе, претендентов на получение медали за особые успехи в учении, соответствовали критериям Росупернадзора по результатам сданных экзаменов. Ну, вы знаете, что по критериям Росупернадзора для того, чтобы получить медаль по основным предметам русскому и математике профильной, выпускник должен был сдать экзамен не менее чем на 70 баллов, а по предметам по выбору должен был перейти порог. Поэтому все 12 претендентов, отрадно заметить, что справились. 12 участников ЕГЭ в республике получили результат 100 баллов. Но сегодня уже неоднократно озвучивали, что среди этих детей и оказалась девочка из Вольнинской школы, выпускница Масел Юлия Андреевна, которая сдала на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку. Это заслуга не только этого ребенка, но и заслуга педагога. Очень хотелось бы, чтобы та статистическая информация, которая была озвучена сегодня, послужила основой для серьезной аналитической работы в каждой образовательной организации, для корректировки и формирования планов работы на предстоящий учебный год и, как следствие, повышения качества образования в каждой образовательной организации с учетом индивидуальной специфики, а также в муниципалитете и в республике в целом. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, задача нашей общей работы не только в том, чтобы просто построить новый детский сад или школу, отремонтировать помещения, создать новые сущности, закупить оборудование, приобрести новую мебель. Нужно добиться того, чтобы с помощью созданных комфортных условий на деле решались самые чувствительные проблемы образования. В этом заключается главный критерий эффективности нашей общей работы. Поэтому нам нужна каждодневная вовлеченность всех педагогов и управленцев в работу, максимальная ответственность и полная отдача сил. Только тогда нам удастся построить действительно прочную, динамично развивающуюся и суверенную систему образования. Ну и, конечно же, перед началом учебного года разрешите поблагодарить все коллективы, всех образовательных организаций за ваши усилия, направленные на совершенствование качества образования, за маленькие и большие победы вас и ваших учеников. Поздравляю вас с началом учебного года. Желаю крепкого здоровья, энергии, творческого задора для реализации целей, поставленных перед нами в нацпроекте образования. Интересного, успешного, результативного учебного года. Всех благ вам и вашим семьям. Спасибо за внимание. Приятным моментом совещания стала церемония награждения лучших работников. За большой вклад в развитие системы образования района педагогам были вручены почетные грамоты. И сегодня мы принимаем свою большую педагогическую семью со своей историей, со своими традициями. Чернову Анжелу Борисовну, учителя английского языка школы номер 2. Кашкову Аиду Каплановну, учителя английского языка школы номер 5, Альхаову Марину Беслановну, советника директора по воспитанию и взаимодействию с детьми, общественными объединениями номер 5. Искренне поздравляем их с началом нового этапа в жизни. Началась ваша трудовая биография. Вам предстоит сделать первые шаги на пути профессиональной деятельности. Современному образованию нужны целеустремленные, неординарные, талантливые, смелые и сильные, многогранные и ответственные, способные к сопереживанию педагоги. Наша профессия почетна тем, что оставляет добрые чувства исполненного долга перед учащимися, позволяет ощущать свою причастность к их судьбе, а значит, свою полезность. Прошу директоров школы номер 2 и номер 5 подняться на сцену и вручить трудовые книжки своим молодым специалистам.
сейчас, коллеги, мы переходим к приятной части нашего совещания – награждению педагогических работников. Слово для зачтения распоряжения главы муниципального образования Кашкарский район, решение Совета народных депутатов и приказа управления образованием предоставляется ведущему специалисту управления образованием Амхеговой Сусане Рамазановне. В соответствии с приказом Минпросвещения России от 22 июля 2021 года номер 146-Н нагрудным знаком «Почетный наставник» награждается Абашакова Айшет Нашковна. В соответствии с распоряжением главы администрации муниципального образования Кашкабльский район от 25 августа 2023 года номер 185-Р почетной грамотой администрации за многолетний добросовестный труд в системе образования, успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения награждаются Ансалиева Фатимет Хаджибиевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 1. Школа номер 11. Дагужева Светлана Татьяновна, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы номер 3 имени первого президента Республики Адыгея Жанова Аслана Алиевича. Герасимова Елена Ильясовна, учитель химии и биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, основная муниципального образования Кашкабльский район от 28 августа 2023 года номер 18-Р почетной грамотой Совета народных депутатов за многолетний добросовестный труд в системе образования, успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения награждаются Алибердов Руслан Альбиевич, учитель основ безопасности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 10. Мамишева Мария Мадиновна, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, основная общеобразовательная школа номер 12. Вакажева Белла Мадиновна, учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, средняя общеобразовательная школа номер 2. Учитель химии и биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 6. Евчукова Майя Джабраилова, учитель физики и информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 11. Шурова Зарина Русланова, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 5 имени Героя Советского Союза Олега Исуповича Хошева. Шурова Зарина Савидовна, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 1. Истории общества знания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной.
образованию приглашается начальник управления Асятка Медовна Берзиева. В соответствии с приказом управления образования 24 августа 2023 года номер 264 почетной грамотой управления образования за успехи в воспитании и обучении подрастающего поколения награждаются Белоусова Оксана Юрьевна, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения среднего основная общеобразовательная школа номер 12. Никулина Светлана Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад номер 13 «Колосок». Науменко Светлана Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида номер 14 «Зорька». Пешкинкова Фатимет Мухамедовна, учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 3 имени первого президента Республики Адыгея Джамилова Аслана Алиевича. Торшина Валентина Александровна, учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 8. Заира Давыдьевна, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 6. Клара Расаида Скобьевна, педагог, психолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад номер 12 Джанет. Амирзова Лидия Нурбиевна, социальный педагог и учитель из ЗО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 11. Почетная грамота управления образования за подготовку победителей и призеров третьего регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году награждается Агрикова Наталья Сергеевна, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 8. Выков Рашид Владимирович, учитель физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 2. Мелкумова Ольга Анатольевна, учитель биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования Кашетабовский район, средняя общеобразовательная школа номер 9. Мешкожева Оксана Олеговна, учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 8. Мозговая Гирянская Наталья Николаевна, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 9. Николаенко Оксана Сергеевна, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 8. Образовательная школа номер 10. Середа Игорь Михайлович, учитель физики и информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 9. Конференция не только определила точки роста и вектор развития на будущее, но и наполнила праздничным настроением, вселила надежду и веру в дальнейший успех собравшихся.
28 августа прошла 30-я церемония вручения студентам-отличникам стипендии имени Тимбота Кирашева. В нынешнем году почетного права стать обладателями стипендии удостоились 38 студентов. Добрая традиция вручения стипендии имени нашего земляка, основоположника адыгской прозы Тимбота Магометовича Кирашева студентам-отличникам продолжается вот уже 30-й год. В нынешнем году почетного права стать обладателями кирашевской стипендии удостоились 38 студентов-отличников. И отрадно то, что среди них есть студенты, получающие стипендию на протяжении всех лет обучения. Сегодня церемония юбилейная. Ровно 30 лет назад в целях более успешного осуществления социально-экономических реформ, выявления и закрепления во всех отраслях народно-хозяйственного комплекса способной, высокоорганизованной молодежи и поощрение их за отличную учебу в высших учебных заведениях, а также для увековечения памяти знаменитого земляка, было подписано постановление администрации от 24 августа 1993 года номер 311. Юбилейную стипендию сегодня получают отличники высших учебных заведений городов Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар, город Новочеркасск, Пятигорск и город Майкоп Республики Адыгея. За время учреждения стипендии ее были удостоены 2191 студент, тогда как в 1993 году их количество составляло только 8 человек. За эти 30 лет немало было студентов, получавших стипендию за все годы обучения в вузах. Это Ардукова Аминат Айдамиркановна, Балукова Сусана Масхудовна, Остапенко Алисия Андреевна, Шеверденко Елена Викторовна, Хаконова Заира и Зарема Аскарбеевны, Бетметова Светлана Нурбеевна, Костокова Сусана Руслановна, Ткакакова Саида, Курашиновы Мадина и Марзят, Муратовы Джанет и Зарета, Чахалян Гайне и Шагакат, Ожевы Дана, Зарина и Замира, Васильевы Белла и Диана, братья Варуковы Давлет и Азамат, Ласнаковы Анзор и Аскер, сестра и брат Ткакаковы Мадина и Асла. Уважаемые студенты, дорогие наши отличники, среди вас тоже немало студентов, которые получают эту стипендию ежегодно. Это Хашкова Дана Зурабовна, Тхакумачева Карина Муратовна, Хакунова Зара Азаматовна, Васильева Диана Викторовна, Зихохов Тамерлан Артурович, Карданова Диана Муратовна, Краснюк Анастасия Александровна, Кашмина Зарема Юрьевна, Муратова Джанет Сальмановна, Чехалян Гаина Аганесовна, Каракаева Зурет Нальбиевна, Курашинов Алим Анзорович, Батышева Диана Руслановна. В честь юбилейной даты 30-летия со дня учреждения Кирашевской стипендии с видеообращением выступили первые лауреаты. Впервые эта идея прозвучала поздней осенью 92-го в Краснодаре, на встрече между студентами, которые здесь учились, и представителями районных администраций Республики Адыгея. Прямо во время разговора глава нашего района пообещал решить транспортную проблему, которая тогда остро стояла, и изыскать возможность материального поощрения студентов-отличников. В скором времени начал ездить студенческий автобус, который каждую субботу и воскресенье возил нас между Краснодаром и Кашихаблем, а уже летом 93-го нас, нескольких студентов, пригласили на торжественную церемонию вручения стипендии имени Тимбота Кирашева. С этого началась история стипендии, а мы стали ее первыми лауреатами. Получать стипендию эту было очень престижно. Я помню, что в политехе, где я училась, декан экономического факультета, наш знаменитый земляк, мой добрый учитель Мирзакан Аминович Кирашев, всегда подчеркивал, что по своему значению наша районная стипендия превосходит
государственную, повышенную и какую-либо другую еще. Была даже такая шутка, что повышенную стипендию получают тысячи, а Кирашевскую – единицы. И действительно, мне все завидовали, всем было интересно, что это за стипендия, а где этот район, а кто такой Тимбот Кирашев. И я с гордостью рассказывала и о нашем ауле, и о нашем выдающемся земляке. В этом году исполнилось 30 лет, как начала присуждаться эта стипендия. За эти годы были поощрены сотни студентов. Для сотен эта стипендия стала путевкой в жизнь. Я благодарю всех, кто стоял у ее истоков, всех, кто занимался ее организацией на протяжении этих долгих лет, наших школьных педагогов, благодаря подготовке которых мы успешно могли обучаться в разных вузах страны. И поздравляю всех прошлых и нынешних лауреатов этой стипендии, особенно тех, кто станет ее получать в этом юбилейном году. Со словами поздравлений и теплыми словами к студентам-отличникам и их родителям обратился глава района Заур Хамирзов. Образование является очень важной, значимой частью в жизни любого человека. И от развития образования, развития общества зависит дальнейший путь развития любой страны. В частности, вот я беру в пример вас, я очень люблю повторять, что от молодежи зависит будущее, от того, как вы будете учиться, какие знания будете приобретать, как в дальнейшем вы будете использовать эти знания, как вы будете заниматься самообразованием, зависит не только ваше будущее, зависит и будущее и Кашхабля, и Кашхабльского района, и республики, и в целом страны. И это не простые высокие слова. На самом деле так есть. Чем выше уровень образования общества любой страны, тем выше уровень жизни. Очень отрадно тот факт, что география наших студентов, она очень разная. Это и Майкоп, это и Санкт-Петербург, Москва и так далее. И это очень приятно. Вы являетесь лицом Республики Адыгея, не только Кашхабльского района. Стипендия имени Тимбота Кирашева, она, если в денежном эквиваленте, она небольшая, но у нее есть другая ценность. Она очень престижная. Еще раз хотел бы вас всех поздравить. Я очень надеюсь, что пройдет год, мы снова встретимся здесь, в этом зале. Количество наших выпускников, которые будут получать эту стипендию, не будет уменьшаться, а будет увеличиваться в дальнейшем. Я всем вам желаю, особенно выпускникам последним курсом, достойно завершить учебу, найти свое призвание и работать по специальностям. Нам нужны учителя, нам нужны врачи, нам нужны хорошие юристы и первоклассные бухгалтера, нам нужны строители, нам нужны архитекторы. А как действующий глава района, вот я вам обещаю, что в любом деле мы будем вам помогать. Оставайтесь такими, как есть. Будьте всегда целеустремленными. Далее слово предоставили председателю Совета народных депутатов Александру Брянцеву. Дорогие ребята, пусть у вас все получается, и дальше радуйте нас своими достижениями, потому что это очень важно и очень... Основная ваша задача на сегодняшний этап вашей жизни – это очень главный и важный ваш труд – получение вами знаний, которые вам дают ваших учебных заведений. На сегодняшний день это ваша основная задача. Будут в жизни и другие задачи. Несомненно, вы закончите высшие учебные заведения, у вас будут открыты все в жизни пути, вы будете искать свой путь, свою тропинку в жизни. Я хочу вам пожелать, чтобы вы выбрали именно то направление в жизни, которому вы учились, в котором направлении у вас есть определенные знания. Пусть у вас все получается, и этот жизненный путь, рабочий, трудовой свой путь, вы пройдете, несомненно, опираясь на тот багаж знаний, который вы получили в школе, получили в высших учебных заведениях. Рад, что, знаете, количество вот тех ребят, которых мы поздравляем каждый год, не уменьшается конкретно сильно, как вот начиналось, 8 человек. Мы рады, что вот уже достаточное количество их здесь в зале.
видим те лица, которые уже из года в год здесь получают эту премию. Мы рады вашим достижениям. Пусть в вашей жизни все получается. Пусть благополучно складывается ваш жизненный путь. Все получается. Пусть, повторюсь, удачи вам, дорогие ребята, в этом пути. Всех вас. Очень маленькие дети хотят поздравить вас с такой знаменательной датой, с праздником, как сказали, с юбилейной датой вручения Кирашевской стипендии. И заверяют и Заура Оскарбеевича, и всех присутствующих, что когда придет их время, они тоже станут такими же отличниками и тоже будут достойны этой знаменитой стипендии все годы обучения. Встретим детей бурными аплодисментами. Какие вы сегодня симпатичны, с улыбкой настроение отлично. И в этот день важный и торжественный, пусть вашу честь звучат слова приветствия. Заботой, дорогим стипендиатам, мы собрались удачи пожелать. Пускай учеба помогает вам высот желанных в жизни достигать. Желаем вам отличных результатов. Молодые, решимости полные, жаждой жизни и знаний за вас. Чувством гордости мы переполнены в этот светлый и радостный час. Сессию дали отлично, знания не всех покорит. Лучшими стали из лучших, верность в сердцах сохраним. Быть студентом – это круто, и хочу я пожелать, чтобы сложные науки на отлично все сдавать. Чтобы жизнь всегда кипела, а душа от счастья пела, сессия не омрачала, только радость доставляла. Чувство вдохновения пожелать еще хочу, чтобы трудные решения всегда были по плечу. Шагать вам дальними путями и перед чем не отступать, и все намеченное вами пусть будет скоро сделано на пять. Весь знаний тверд, мы не привыкли отступать, и начальник Затем последовало награждение студентов-отличников. В соответствии с постановлением главы муниципального образования Кашхабадский район от 21 августа 2023 года номер 327 по итогам 2022-2023 учебного года стипендию имени Тимбота Кирашева получают Адыгейский государственный университет, факультет адыгейской филологии и культуры Хаконова Русета Русланова. Экономический факультет Кокумачева Галина Муратовна. Факультет социальных технологий и туризма Кашева Дана Зураповна. Факультет педагогики и психологии Васильева Диана Викторовна. Батышева Диана Руслановна. Исторический факультет Выкова Ирина Рашидовна. Шорова Лаура Беслановна. Факультет иностранных языков Зикохова Самира Казбековна. Майковский государственный технологический университет, лечебный факультет, Нахов Рустем Юрьевич. Кричева Диана Аслановна. Кагалигова Дарина Ибрагимовна.
Сихоков Тамерлан Артурович, Итов Садьбис Кадбевич, Стоматологический факультет, Хамуков Амир Казбекович, факультет аграрных технологий, Казова Диана Аскарбевна, факультет экономики и управления, Чужова Джанета Аминовна. Кубанский государственный университет, факультет экономический, Карданова Диана Муратовна. Факультет управления и психологии, Кондратьев Андрей Игоревич. Донской государственный технический университет, факультет информатики и вычислительной техники, Акимин Олег Викторович. Факультет промышленное и гражданское строительство, Нажев Адам Азаматович. Кубанский государственный технический университет, факультет электроэнергетики и электротехники, Батышев Айтеч Индарович. Армавирский государственный педагогический университет, Краснюк Анастасия Александровна. Факультет экономики и технологии, Бижева Аминат Анзоровна. Южно-российский государственный политехнический университет имени Платова, механический факультет, Муратова Джанет Сальмановна. Ростовская государственная консерватория имени Рахманинова, факультет фортепиано, Чакалян Гаене Аганесовна. Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, факультет экономики и бизнеса, Каракаева Зурет Нальбеевна. Финансовый факультет, Костокова Карина Руслановна. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, факультет менеджмента и предпринимательства, Кочемизова Милана Беслановна. Пятигорский медико-фармацевтический институт, факультет медицинский, Ямпольская Ольга Викторовна. Пятигорский государственный университет, институт романо-германских языков, информационных и гуманитарных технологий, Батырбиева Донизет Казбековна. Российский университет правосудия, факультет правосудия, Хаконова Зара Азаматовна. Ростовский государственный университет путей сообщения, факультет дорожно-строительные машины, Бондаренко Иван Алексеевич. Краснодарское высшее военное училище летчиков имени Героя Советского Союза Серова, факультет авиационный, Радоманов Эдуард Романович. От родителей слова благодарности прозвучали в адрес руководства района. Сегодня нам посчастливилось присутствовать на таком добром, теплом, торжественном мероприятии, видеть счастливые лица наших детей. Хотелось бы от всех родителей, присутствующих в зале, от себя лично поблагодарить администрацию Кашхабльского района, управление образования за оказанное внимание нашим детям, лучшим студентам. Здоровья, процветания, благополучия, всех благ детям нашим, дальнейших творческих успехов. Прославлять также наш Кашихабльский район, нашу республику, чтобы мы вами гордились. Родители, район, республика. Пусть у вас все будет впереди, все самое лучшее, доброе, светлое. Дальнейших вам успехов. От имени всех стипендиатов выступила Дана Хашхова. Я думаю, что слова Заура Аскарбиевича сегодня замотивировали нас, студентов. Вот, и хотелось бы начать с чего? С того, что для каждого из нас, несмотря на какие-то возрастные периодизации, да, для каждого человека важно признание
и важна какая-то значимость. И сегодня студенты, которые находятся здесь, мы все можем это признание и эту важность, а также значимость сегодня почувствовать. Благодаря нашему АУ, благодаря нашему району, и в первую очередь благодаря нашей семье и благодаря тем педагогам, которые нас растили вместе с нашими родителями. Огромная благодарность, огромные слова благодарности, искренней благодарности хочется выразить администрации Кашихабльского района. Заура Скорбиевич, большое вам спасибо за поддержку, за напутственные слова. Лично я эти напутственные слова для себя, что-то полезное из этих слов беру вот уже 6-й год. Поэтому большое вам спасибо за поддержку и за то, что мы можем быть значимыми и важными. Также хочется поблагодарить Управление образования. Асят Хамедовна, большое вам спасибо тоже. Совет народных депутатов Александр Валентинович, большое спасибо, что на протяжении многих лет вы присутствуете вместе с нами, поздравляете, гордитесь нами. На самом деле, вот эта значимость, она вот видна в такие дни, когда ты важен не только для своей семьи, для своих родных, но и для своего родного дома, очага, аула, где ты родился, где ты вырос. Поэтому со своей стороны, со стороны нас, студентов, мы обещаем, что из года в год мы будем стараться становиться лучше, сильнее, не побоюсь этого слова, прославлять свой аул, достигать высот, успехов. Хорошо, когда те студенты, которые учатся за пределами республики, останутся там, но еще лучше, когда они все вернутся. И мы будем вместе стараться для того, чтобы наш АУ, район и республика процветала. Большое всем спасибо, мирного неба над головой, всего хорошего. Торжественная церемония по традиции завершилась возложением цветов к бюсту Тимбота Кирашева и памятным фото. Состоялась 10-я сессия Совета народных депутатов. Народными избранниками были рассмотрены 6 вопросов повестки дня. Более подробно в следующем сюжете. 30 августа состоялась 10-я сессия Совета народных депутатов, в работе которой приняли участие глава администрации Заур Хамирзов, прокурор района Алексей Зубнин. В повестке значилось 6 вопросов. Первым депутаты утвердили изменения в правила землепользования и застройки муниципального образования Волинское сельское поселение. Далее народные избранники заслушали вопрос и утвердили прогнозный план программы приватизации муниципального имущества муниципального образования на первое полугодие 2024 года. Информацию по данной теме представил начальник отдела имущественных отношений администрации района Азамат Хупов. В завершении перед депутатами выступила начальник управления образования Асият Берзегова с информацией о готовности школ к новому учебному году, об организации питания в школах и садах района. По всем вопросам повестки парламентарии проголосовали единогласно. На этом очередная сессия завершила свою работу. 29 и 30 августа в преддверии начала учебного года в Кашихабльском районе состоялись всероссийские учения по отработке действий при возникновении ЧС в образовательных организациях. С 28 по 30 августа школы Кашихабльского района участвуют в проведении всероссийского учения по антитеррористической защищенности образовательных организаций по отработке комплексного сценария действия работников школ и сотрудников охраны при вооруженном нападении на объект образования и обнаружение размещенного в здании взрывного устройства. Тренировочные мероприятия проводятся с участием специалистов МЧС и МВД, Росгвардии, специалистов администрации района и управления образования, а также сотрудников охраны школ, педагогических коллективов. В ходе учений проводится проверка работоспособности систем оповещения, отрабатывается взаимодействие с оперативными службами. О том, как сегодня прошли учения на базе Кашихабльской школы номер 1 мы покажем в следующем видеоролике. Рассмотрим действия работников образовательной организации и сотрудников охраны при вооруженном нападении на объект образования и обнаружении после размещенного в здании взрывного устройства. Школа номер 1. Вооруженное нападение.
день. Кашхабская первая школа, директор Биджанов Юрий Борисович беспокоит. В школе обнаружен неизвестный предмет с самодельным взрывным устройством. Пожалуйста, примите меры. Спасибо. Я начинаю эвакуацию. Размеры это сантиметров 30 длина, высота сантиметров 20. Только общими усилиями и при грамотном подходе можно предотвратить любые действия антитеррористической направленности. Это была последняя информация на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. До свидания.